значение имени Богумира. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Эти люди ответственны и терпеливы. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Носители имени, которые не связывают свою жизнь с бизнесом или торговлей, обычно достаточно неплохо распоряжается деньгами. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Вибрации этой личности направляют на достижение жизненной цели, которая представляет собой открытый вызов обществу, заставляет постоянно конфликтовать с миром и самим собой. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Люди с буквы Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Они всегда стремятся действовать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.